В одной из донецких галерей открылась фотовыставка, посвященная европейской стране под названием Португалия. Португалия – это, если я не ошибаюсь, небольшая страна на берегу Атлантического океана. И еще там родился футболист Криштиану Роналду. Ты права, Танюша. Ну и кроме футбола в Португалии есть много интересного и красивого. В этом убедились юные журналисты, которые побывали на выставке. Передаем им слово. Какая она, Португалия? Наверное, теплая, гостеприимная, солнечная. На каждой фотографии здесь она разная, потрясающая, самобытная, неожиданная. Португалия – одна из старейших стран Европы. На севере и востоке она граничит с Испанией, а с юга и запада омывается Атлантическим океаном. Наверное, поэтому выставка называется «На краю земли». Ведь там, где земля Португалии заканчивается, начинается океан. Даже на фотографиях он выглядит бескрайним, загадочным. А древние города окутаны средневековой мистикой и духом романтических приключений. Рыбацкие деревушки и современные мегаполисы, пробковые плантации и живописные уголки природы соседствуют друг с другом в самой Португалии и в выставочном зале. Кроме пейзажей, здесь можно увидеть и портреты, натюрморты, архитектурные достопримечательности. Все они отражают самобытную культуру, традиции, яркую индивидуальность страны и ее жителей. Авторы работ – выпускники Киевской школы фотографии. Выставка открылась 3 декабря и планируется до 26 января 2013 года.